Всем привет! Вы на канале Саратов HD. Я утренняя поездка на полку Муслиполяне. От 10-й дачной до Заводского района, до КП Старого ГАИ. Ну, точнее будет до улицы Маркина. Сейчас покажу все красоты Гумусной Поляны. Так же красиво, как и летом, осенью, и зимой, и весной. Такой зеленый сейчас коридор летом, зимой будет белый коридор, ну а осенью, соответственно, золотой. Сейчас будет поворот, за ним крутой подъем. Подъезжаю к перекрестку трех районов города Саратова. У нас получается вниз у нас был, откуда мы приехали, Ленинский, налево Октябрьский, ну а вниз Заводской. Поворачиваем меня направо. Вот едем теперь по Заводскому району. Там вдалеке он. Видать, черная точка – это вертолет.
кумысной поляны со стороны заводского района. Это в основном всегда дачные участки СНТ и все остальное. Поселок Соколовый, и там находится как раз военный аэродром, вертолетное училище. Едем, двигаемся в сторону, пока мы просто, да, едем. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кто не подписан, не забываем подписаться. Это очень важно. Вот. Также, кому нужен авто Корея, Китай, Япония, звоните, пишите, ссылочку в описании. Вкус, цвет, комплектация, модель, марка. Год выпуска и не только. Звоните, подберем для вас любой автомобиль. Дачный маршрут уходит, 28-й маршрут, дачный он, Икарус. Я могу считать его как ретро-автобус.
сейчас мы выезжаем с Кумышной поляны, и у нас откроется вид панорамы на город Саратов. Вот они, смотрите, любуйтесь. Даже будет все крутой поворот такой небольшой. И там будет все красиво видно. Ну и доедем до первого светофора, и мы закончим с вами видео. Самая красивая река Волга и мост через реку Волга. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, в новых видео. Пока-пока.